Вітаємо вас, друзі! Ви на хвилі телеканалу «Миколаїв» і у нас розпочинається програма «Розмова на тему». В студії Нелі Толмач і я запрошую вас до бесіди, присвяченої життю багатонаціональної громади Миколаївщини. Сьогодні ми запрошуємо вас у прекрасний світ вокального мистецтва. У нас у гостях співаки. Зустрічайте, будь ласка, керівника та учасників вокальної студії «Бельканто». Керівник Ельза Авакян, а також солісти Давід Авакян, Ізабела Касабян, Владлі Лена Рубльова і Арам Джагацпанян. Я вас вітаю і дякую, що ви сьогодні з нами. Доброго дня. Доброго дня. На самом деле, очень рада, что вы такие красивые, яркие, юные, талантливые, пришли сегодня поприветствовать зрителей телеканала «Николаев». Но прежде всего, хотелось бы узнать об истории создания вашего коллектива. Как произошло создание, толчок и кто послужил этому? В 2009 году я начала работать в Клюбакинском доме культуры, и вот как-то начали дети приходить. Единственное, что у нас не было названия. Вот как бы коллектив начал работать, но без названия. Я являюсь как бы участницей хора «Солнечный струм», и наш хор в это время ездил на международный конкурс в Прагу. И как раз и там, находясь на этом конкурсе, я услышала красивейшее исполнение, и это звучало бельканто, то есть от итальянского это красивое пение. И тогда меня вот посетила мысль, что я приеду и обязательно назову свой коллектив бельканто. И сразу уже это все было очень вот одновременно. Ко мне пришла Владлена Рублева моя в 2009 году, и вот так постепенно все детки, Арам Джурагацпанян в 2010 году, и Авакян Давид в 2009 году. В общем, так вот он... Костяк создался, вот да? Это костяк моих детей с того еще времени. Эльза, да. Сколько сегодня детей у вас? Сегодня 30 человек у нас в коллективе. Самые разные национальности есть. Украинцы, русские, армяне, в общем, молдаване. Ну, все. Вы молодцы, потому что, в принципе, вот коллектив, скажем, детский, он представляет философию нашего юга Украины, потому что на самом деле мы живем в прекрасной, знаете, таком крае, где процветают, развиваются разные народности. И если они объединяются на фоне творчества, искусства, это, знаете, развивает просто наше вот пространство наше, которое насыщается самыми лучшими традициями. Если говорить о традиции вашего коллектива, уже, в принципе, можно проанализировать, какие мероприятия для вас самые интересные, какие, может быть, главные моменты вашего творчества сегодня, о которых стоит бы вспомнить. У нас традиции обязательно мы отмечаем каждый год. Это 8 марта, Новый год, такие вот массовые как бы, да, такие праздники. И в 2014 году мы отметили пятилетие, юбилей наш. Это был очень, я считаю, грандиозный такой концерт-мероприятие. Участие принимали все дети от 5 лет и до 23. Вот это такое у нас было значимое то, что... Есть дети, которые вот солисты, ездили девочка в Италию, она там выступала на тоже фестивале роковой, эстрадной музыки. Другая девочка приехала вот недавно из Турции, тоже вот такое оно у нас было. Вот как традиция, наверное, ездить куда-то, себе показывать. Ну, стараемся, во всяком как случае. Как началось, да, как корабль назовешь? Да, наверное, вот она и была в Италии, да. Это правда. Шановні друзі, у нас з вами зараз буде можливість переглянути такий своєрідний сімейний альбом творчого колективу «Бельканто» за допомогою наступної відеозамальовки. Давайте дивитися. Україна – це я, Україна – це ти,
єдина сім'я, Україна, моя Україна. Ви бачите, наскільки кожного разу заявляється ось така пісня, яка кожного разу відчувається по-іншому і заявляється кожного разу, знаєте, з таким емоційним наповненням, як її відчувають співаки. Арам, скажи, пожалуйста, як ти став учасником колективу «Бельканто»? Ну, я очень хотел петь. Мне это очень нравилось. Я дома пел, на улице, везде, как я мог. Потом я увидел объявление, что есть учитель. Есть учитель в Кульбакино, в ДК. Ну, мне очень хотелось, чтобы мой учитель был именно, чтобы он знал армянский язык, потому что мне нравится петь на армянском. Я пришел и смотрю, там женщина сидит, девушка. Красивая. Да, очень-очень. Совпадение. Я пришел, и она сказала, что меня зовут Эльза. Ну, Эльза – это не совсем русское имя, да и не украинское. И потом сказала, что она армянка. Я очень обрадовался, и с тех пор я уже 5-6 лет уже пою. Арам, это ты говоришь о том, что тебе нравилось петь с детства. Ты где-то слышал песню, вот именно армянскую песню. Откуда любовь к песне? Да, просто каждый раз, когда мы собираемся где-то, там свадьба, все такое, дома, такие праздники, да. Да? Но всегда у нас армянские песни, русские песни, все равно нравится. Слушай, я пою. Ну хорошо, вот ты молодой парень, сколько тебе лет? Мне 16 лет. 16 лет. Вы слушаете совершенно сейчас другую музыку. Вы современные дети, вы взрослены, да, возможно, на каких-то традициях, но тем не менее современная песня, она другая. Как ты считаешь, вот какой... Какого окраса современный вокал? Какая современная песня? Потому что народное, фольклорное направление – это одна манера исполнения, да? Современный вокал, вот твоими глазами, какой он? Вот я неспроста говорила, что каждый раз, перепевая одну и ту же песню, каждый коллектив заявляет ее по новой, да? Вот как ты считаешь, современное искусство вокальное? Это вообще не знаю. Вот я слушаю то, что мне нравится. Мне нравится что-то, я приношу преподавателю. Какая музыка тебе нравится? Мне спокойно нравится. Да. Я не люблю такие громкие музыки, как рэп, R&B, такое. То есть ты лирический, да, парень, да? Да, мне это нравится. Мне это дает плюс, как я пою. Да. Мне нравятся песни, которые я пою. Понятно. Кто образец для тебя вокального исполнения? По голосу, по манере, возможно, по имиджу какому-то? Потому что вы же считываете, собственно говоря, это все. В принципе, такого именно образца нету. Я каждого смотрю, как вот тот двигается, так одевается, так поет, так на сцене себя ведет. Хорошо. Если мы все-таки в будущее заглянем, ты будешь профессиональным исполнителем, вокалистом, или сегодня как бы это все-таки остается на уровне хобби? Ну, хотелось бы быть профессиональным вокалистом, а так время покажет. Понятно. Ну, профессия какая-то уже там где-то формируется? Ну, да, я сейчас уже учусь в колледже юридическом. Ну, то есть будет такой себе профессиональный юрист-вокалист через дефис, да? Мадлена, как ты пришла в коллектив? Я пришла в коллектив в 2009 году. То есть у меня была бабушка, ну, она и сейчас есть, и она всю жизнь пропела в этом ДК. Понятно. То есть у меня дедушка играл на баяне и сочинял песни для бабушки, а бабушка выступала на всяких дискотеках, то есть там мероприятиях, и решила я тоже попробовать. Бабушка, дедушка профессиональными музыкантами были или это вот любители, аматоры? Любители. Так, хорошо. И я пришла и увидела вот Эльзу Эдуардовну, очень захотелось петь, и вот до сих пор занимаюсь. Ты учишься в школе еще? Нет, я в университете. В каком? В Черноморском. В Государственном университете имени Петра Могилы. Профессия какая у тебя будет? Инженер. Ну вот абсолютно не идут по вокалу ваши, собственно говоря, воспитанники. Но, тем не менее, Владлен, ты очень красивая девушка. И вот когда мы просматривали ваши выступления, конечно же, обращаются прежде всего на эстетику, на манеру поведения. Потому что сегодня по-разному можно видеть, как себя заявляют вокалисты, сольники. Кто-то, знаешь, вот так вот идет вразрез каким-то традициям, правилам поведения. Вот как ты считаешь, чего состоит культура поведения на сцене, сценическая культура вообще? Важно ли это в момент выступления? Конечно, важно. Нужно человеку в песне передать все эмоции. То есть, если песня лирическая, то ты стараешься больше вот как бы раскрыться в ней. Но если песня, допустим, веселая, то нужно показать весь драйв, как бы вот людей именно так развеселить. Чего нельзя делать на сцене? Нельзя.
Я вот думаю... что по твоим меркам недопустимо. Ведь сегодня, посмотри, сколько шоу, да? Я думаю, что вы просматриваете вечерами. Это, конечно же, есть классные такие яркие шоу именно вокального направления. Что тебе не нравится, что неправильно? Потому что я думаю, что вы прорабатывали правила поведения на сцене и заявка, вот как лучше себя подать. Ну, наверное... Скромность, наверное, все равно. Да. Как бы там ни было красиво, хочется выглядеть, вот как сказала Лена, какая смотря песня, да, если это лирическая, это, ну вот внешний вид очень важен. Мы не можем себе позволить... Эстетика, да? Эстетика, это в первую очередь, да. Если человек, например, ошибается как-то во время исполнения в чем-то, даже это для меня более допустимо, допустим, чем выйти в каком-то неподлежащем виде внешнем. Очень многие себе позволяют, выходят, для нас это нет. То есть скромности мы как превыше всего. Да, встречают прежде всего, конечно, исполнителя внешне, а потом уже да, голосовые данные. Да. А вот насколько вы для своих подопечных подбираете репертуар, адаптируете под их голосовые данные? Важно ли это для вас сегодня на том уровне, когда вы их взращиваете? Или для вас главное, вот, чтобы они правильно формировались общечеловеческие какие-то ценности вот, на традициях определенных, культура поведения? Я, вы знаете, пытаюсь все это вот соблюдать и учитывать, вот эти все моменты, чтобы и культура, и чтобы по голосовым данным всем, вот вы видите, у нас есть песня, мы ездили в Киев на конференцию и пели там, зал принял очень, не знаю, прям, да. И в этой какой, песне, какая песня? Песня называлась «Армения». Так. «Армения» – очень красивая песня и с глубоким смыслом. Очень хотелось, чтобы ее они смогли и исполнили, но был небольшой страх, потому что дети разных возрастов, вот эта вот команда моих деток пела, и очень было тяжело, чтобы всем, ну, одна песня, но чтобы подходила всем, потому что диапазоны разные, регистры у всех детей разные. Но я думаю, что мы справились. Да. Ну, раз зал так вот воспринял, конечно же. Вы не боитесь экспериментировать с разными возрастами, потому что, в принципе, репертуар дается серьезный. Вот она философская песня, вот первая, которую мы прослушали, она была с концерта взята, специально мы оставили эти эмоции для того, чтобы было слышно. Вторая песня, вот вы говорите об Армении, дети маленькие, например, понимают вот эту философию, как вы даете этот репертуар для того, чтобы дети дальше пошли вот в том наполнении, которое изначально заявлено песней? Дети понимают, воспринимают, вот что нужно. Во-первых, они же копируют. Так. Они стараются копировать меня во всем, особенно маленькие. Так. И я думаю, что у нас немного таких песен, прям сказать, чтобы вот все такие, нет. Но если есть такая вот серьезная песня, которую я хочу, чтобы мы сделали, у нас на это есть время. И они вот копируют, наверное, меня и. Получается. В принципе, возможно, это и есть старт для подражания руководителя, а дальше уже они развивают свои какие-то качества. Да. У нас такая красивая девчонка Изабелла. Скажи, пожалуйста, сколько тебе лет? 7. Ты уже взрослая девочка, да? Да. Так, ты не боишься выходить на сцену? Нет. Слушай, ну это же страшно на самом деле. Вот не говори, что не страшно. Когда много-много взрослых дядей, теть, всех лопают... Как ты себя настраиваешь, что надо быть красивой, еще красиво спеть? О чем ты думаешь вот в тот момент, когда ты выходишь на сцену? Что тебе помогает? То, что рядом друзья? Песня, мне кажется. Да. Так, у тебя есть любимые песни? Пока что нет. Нет. А какая самая больше, лучше всего у тебя получается? Армения. Представляешь? А дома, вот когда, Изабелочка, все прошло, репетиции прошли, концерты прошли, ты пришла домой, тебе хочется отдохнуть, что ты делаешь? Рисуешь, наверное? Нет. Нет. Смотришь интересные мультики? Нет, я учу песни. Опять песни? Знаешь, я даже не удивляюсь, потому что если хоть раз услышишь песню в своей жизни и заболеешь вот этим вот состоянием, когда хочется исполнить, ее поешь и поешь. Вы знаете, я порой им говорю, что вот на самом деле после концерта, вот берегите связки, уже не нужно ничего петь, отдохните. У нас выходные и какой-то еще дополнительный выходной. И потом спрашиваю родителей, что они делали. Пели. А Арамчик подбирал песню, вот он нашел очень красивую песню, она так ему нравится. Давид
слышу, что-то тоже поет. То есть, вот все, они все равно что-то учат, ищут, поют, предлагают, мне показывают. Вот это состояние называется, да, творческое, да, когда ты не останавливаешься только в рамках занятия. Если хочется дальше этим же заниматься, значит, это оно, вот нашли. Ну, это правда. Да. Давид, я так думаю, что в вашем доме всегда песня звучит. Конечно. Мама поет, вот она говорит, дома нельзя, связки берегите. Дома поет? Да, конечно. Конечно. А ты? Конечно. Скажи, пожалуйста, вот что отправной точкой для тебя послужило приход в этот коллектив? Все-таки то, что мама у тебя такая красивая, талантливая, или тебе на самом деле тоже хотелось развиваться как-то, свои вокальные данные? Конечно же, развиваться. У меня поет вся семья. У меня дедушка прекрасно пел и играл на аккордеоне, и бабушка поет. Тем более мама руководитель, почему бы не прийти? Что вот для себя ты выбираешь? Какую манеру исполнения? Потому что дедушка, бабушка, скорее всего, это были песни фольклорного направления, народные, да? Не всегда. Не всегда. Да. Хорошо. Вот для себя что ты выбираешь? Какую музыку ты любишь слушать? Что тебе нравится? Музыку разную, но вообще лучше армянскую, конечно. Почему? Вот как ты считаешь? Потому что она ближе к душе как-то лежит. Ты знаешь армянский язык? Да. Дома вы разговариваете, да, свободно? Скажи, пожалуйста, вот если, например, поговорить о твоем будущем, да? Да. Насколько песня должна сохраняться в доме твоем, в твоей семье, твои дети, чтобы пели вот на твоем языке? Ну, как мне, как сказать, в будущем, конечно же, должна быть песня, потому что, чтобы дети развивались культурно, это, я не знаю, мне кажется, это самое лучшее, что может быть, песня. Мне больше всего нравится. Песня – это душа, это правда. И когда садятся люди за один стол, когда звучит песня, и в этой песне созвучие, причем еще и на национальном языке, это на самом деле прекрасно. Но скажи, пожалуйста, вот кроме, например, музыки, чем ты еще увлекаешься? Потому что сегодня очень много интересных занятий для вашего возраста деток. Занятия я занимаюсь только спортом, на борьбу хожу. То есть ты спортсмен еще, да? Да? Это физически подтягивает, да? Скажи, пожалуйста, вот как ты считаешь, что сегодня формирует вообще вот ваш возраст, вот философию вашего возраста? Что надо, от чего надо исходить? Это, собственно говоря, вот для твоих ровесников сейчас прозвучит. Потому что ведь многие же просто сидят перед компьютером, в интернете, соцсети, общение, и это настолько погружает, что, собственно говоря, не хватает времени ни на вокал, и на спорт в том числе. Как разобраться вот в этом? Как найти время для себя, для того, чтобы развить, прежде всего, свои способности? Да я сам люблю тоже в интернете. Иногда. Понятно, здесь... и я тоже люблю. Всего, наверное, по чуть-чуть. Ну да, я прихожу со школы, потом у меня то английская тренировка, у меня уже даже времени почти не остается. Уже прихожу уставший, ложусь только спать и делаю уроки. Это все, что я делаю. Вообще, ну, конечно, лучше идти на всякие, на спорт, на вокал даже, чем сидеть в компьютере, мне кажется. Это правда. Потому что оно даст свои плоды потом, уже в будущем. Вот. Но когда правильно распределены акценты, находится время на все. Скажи, конечно, пожалуйста, это скорее твое желание или вот под чутким руководством мамы происходит? Ну, иногда под руководством мамы. Созвучие, да? Скажи, годится, да. Да. Скажите, Эльза, сложно работать со своими детьми? Вот как очень многие руководители говорят, что для меня вот чужие дети более понятны, чем свои. Свои как больше требований. Вы знаете, да, 100%. Даже когда вот мы были опять же в Киеве, мы выступали, и я делала замечание, почему так получалось, что больше всего Давиду. Давид, попадала за всех, да? Да, да. Там люди, которые тоже были участниками, они не знали. Они говорят, а почему все время тебя дергает? Он говорит, это моя мама. Все говорит, понятно. Тогда все понятно, да. То есть как-то вот немножечко больше требований, или что, сама не могу даже объяснить, но так происходит. Так, к нему как-то больше хочется, чтобы он с полуслова понимал, что я хочу, как. Ну, не. Молодцы. Он и так у вас молодец, это да, правда. Сегодня, когда уже есть определенное достижение, к чему вы стремитесь? Что бы вы хотели еще, чтобы появилось? Может быть, в репертуаре, может быть, в манере исполнения? Хочется достичь вот этого бельканта. Все-таки, да? Виртуозного такого, да, такой техники исполнения. Ну, вот идеально, чтобы мы это все могли воспроизводить. И тогда мы будем уже, я думаю, что ездить за пределы Украины. Вот это наша цель. Поехать, показать себя, посмотреть, как другие поют. И я просто была, знаю, что детям будет чему поучиться. И
Это было бы здорово. Конечно. До тех пор, пока руководитель горит идеей развиваться самому и своим детям, до тех пор идет развитие творческое, внутреннее, личностное. Я желаю вам никогда не останавливаться. Пусть это будет состояние, знакомое вам всю жизнь, независимо от того, будет это музыка, не музыка. Главное – желание развиваться и усовершенствоваться внутренне и тянуться к самому лучшему, что есть в этой жизни. Ну а музыка – это одно из, так сказать. Я благодарна, что вы сегодня были с нами. Я с вами прощаюсь. И, конечно же, не отпустим вас без песни для наших зрителей. Шановні друзі, прощаюся з вами. І саме зараз така велика крапка в нашому ефірі. Музичний подарунок від наших гостей. Давайте слухати. Камни к небу последней зимы пробьются все равно цветы весенние. А вот так однажды соберемся мы к тебе со всех концов земли. Армения, страна на берегу всех дорог. Прекрасная и древняя любимая, твоим хачкаром приведет нас Бог, какую б ни была дорога длинною. Душой слеза касаюсь Арарата, а руки прямо к небу возношу. Не плачь, моя Армения, не надо, я за тебя Всевышнего прошу. Ведь я дай воды напиться нам за все года изгнания, за всех детей, что потеряла ты, за посланные небом испытания. Пусть вспыхнут свечи в тысячах церквей, в одной молитве встанем на колени мы, будет праздник на земле твоей, когда вернемся мы в свою Армению. Душой слеза касаюсь Арарата, а руки прямо к небу возношу. Не плачь, моя Армения, не надо, я за тебя Всевышнего прошу. Ведь я